Часы пустить. Пара большая. Поехали. Ну что, летим дальше. Завершающий бросок. Если получится. Ну куда мы денемся, Александр? Ну что ты такое говоришь? Ты же оптимист, да. Ну, мы не говорим слово «последний» не говорим. О, фу, это совсем до крайней не говорим, да. Поэтому отлетаем сейчас быстренько в Афганистан, Баку, Лейпциг и домой. Как отдохнем? Дней 5. Ну, может и так. И вперед. Поэтому идем работать. И вот самолет. Ну и как всегда, сейчас осмотрим его. Запустим ВСУ. Инерциальную систему выставим и полетим. А пока осмотр. Осматриваем. Колеса нормальные. Если немножко кому-то кажется, что они лысоватые, то это неправильно. Нам разрешается до третьего корда. А колеса, кстати, английские теперь у нас. Dunlop. Ходят в два раза дольше предыдущих. Все. Автобус уезжает, а мы летим. Свет выключи, экипаж фары. Да, фары выпустил, включил. Все, впереди свободно, экипаж в руле. Впереди свободно, готовы. Порулили. Двигатели прогреты, я так понимаю. Сейчас двигатель РСМГ прогрет. Лептик Антона 5523, we are ready for departure. Антона 5523, устанавливаю взлетный. Это система дальней навигации РСДН, квиток ее называли еще, Лоранце у американцев и Омега-1, она же тут же была. Вот, в данном случае показывает расстояние 2248 километров до конечного пункта маршрута Мазари-Шариф. И время полета 4 часа 5 минут. Цепочка вот вторая. Это поправка. Вот, поправки, вычисленные системой РСДН, вводятся автоматически в нашу управляющую вычислительную машину. В данном случае вот, бок 210 метров и продол вот 200 же метров показывает и GPS. Совпадает. Координаты. Это координаты текущие,
координаты, которые вычисляет GPS. Отличаются в 1-2 минуты. Как видим, RSDN-20 очень замечательно работает. А начал он работать еще в 1972 году. Принцип находится несколько станций вот на карте нарисованы и передают сигналы. И, соответственно, самолет может вычислять координаты, используя аппаратуру, которую вы только что видели. И точность довольно неплохая. И вот работает уже почти 50 лет. Чуть-чуть поддерживаю. Поддержал. 70. 60. 60. 100. 45. Глиссада. 40. Отлично. Глиссада. 30. 25. Глиссада. 20. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. И толкаем. 3. Сейчас. 2. 1,5. Отлично. Метр. Полметра. Далее реверс. Посадка 235. Реверс включил. 4 зеленых горит. 32 вышли. 4 зеленых. 210. 190. Реверс максимальный, норма. 170. 150. Реверс 40. Реверс 40. Реверс 0. 130. 110. Уже так. Вправо, да? Ну, он так рулил, сейчас ждет. Да. На эхо, чтобы переехать. Сесть туда же. ПМГ. Хорошо. Нагван-3, Рома, Индия, on the ground. Нагван-3, Рома, Индия. That's how Roger, sir, continue to the end. Vacate right via Bravo. Yeah. Again, right via Bravo, then right again via Papa. He is bound to holding point Echo. Roger, continue to the end. To the right via Bravo. Right again via Papa, continue to the end. To the Echo, right again. Echo, hold short runway 24. Bravo, по Bravo, Papa. Да. Nagdirate, Foxhot Bravo, cross runway 242 Echo, report runway vacated. Cross runway 24 via Echo, will report runway vacated, Nagdirate, Foxhot Bravo. Пары руль южный. Дождь был. Мокро. И направо. Next right, Foxhot Bravo, runway vacated. Follow me car inside. Next right, Foxhot Bravo, right, sir, continue behind. Follow me car to the lane, double line. Continue, see you later. Next right, Foxhot Bravo. Радар выключил, хорошо. Да, выполняем. Вентилятор тормозил. Включенный работает. Обогрев выключен. 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 Закрылки концептуры. Убран. Локатор. Выключен. Тревер. Пикирование. Понятно. Александр, я слышал, что и здесь именно как-то народ привез две единицы техники, дизельной какой-то, и что-то с ними произошло. Ты не помнишь? Я-то помню, что это было. Ну, я не знаю, может, Дима... А почему Дима? Рассказывай. Ну... Не стесняйся, весь мир на тебя смотрит. Новую технику, гусеничную технику. И...
с новыми компьютерами в середине, которые никто не мог запустить и выгнать из самолета. Но у нас есть бортинженер, который еще в советской армии служил командиром танка. И ему гусеничная техника вся... Знакома-то. Знакома. Так эти... Собрались все немцы, сделали консилиум, угу. Разложили схемы и прочее, запустить не могли. Тут наш бортинженер, который был командиром танка... Наверное, это Вова. Попробую. Ну, залез и через 10 минут вылез из этой техники запущенной и выехали на улицу. Немцы были в шоке. До сих пор разбираются, как он смог запустить их новейшую технику. Хотя служил в армии 20 лет назад или больше. 30, наверное. Понятно. Ну что, да, цікаво. Гуд. Александр, ну, будем набирать просмотры. Популярность будет расти, да, пойдут гонорары, да. И все, и можно уже перестать летать будет. Так что... Да, будем выступать на концертах. Когда-нибудь звезда Ютуба. Когда-нибудь детям я буду рассказывать, что Люба я знаю лично. Люба Королева Ютуба. Двигатели. Двигатели, 3 секунды. Просим. Взял тормоза. А там тормоз. Базар на экваторе, Ромео, Индия, we are ready for departure. Mac 13 Romeo India, Mazar Tower, wind 260 degrees, 7 knots, runway 24, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Mac 13 Romeo India. Часы пустить, фары большой. Поехали. 6. Фары большой. 5 секунд. Прогретый. Выводим взлетный. Взлет остановлю. Тормоза к нулю. Тормоза к нулю. Режим растет. Хорошо. Номинальный, норма. Скорость растет. Взлетная 120. Норма. 150 контрольная. Норма. 170. 190. 210. 230 рубеж. Взлет продолжаем. 250 подъем. Подняли. Отрыв 265. Шасси убрать. Шасси убрать. Высота растет. 10 метров. В2. Шасси убирается. Полста метров 300. 100 метров 300. Mac 13 Romeo India, contact approach on 1-2-3. Шасси убраны, створки закрыты. Да, нейтрально. 1-2-6-1-2-5. Have a nice day. Mac 13 Romeo India. На вторую станцию. На вторую. Заклюки 15. Заклюки 15 убираю. Базар Мак, 1-3 Ромео Индия. Good morning, after departure. Мусту Алфа, climbing 280. Баку Тауэр, Антонов, 5524. Good morning, local has established runway 35. Часовска. Антонов 5524, Baku Tower, runway 35, please land, wind 120 degrees, 4 knots. Clear to land, runway 35, Антонов 5524. 14, удаление. Решение. Антонов 5524, on the ground. Какой граунд? 35, 30, 25. 20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, касание, 0, реверсоры вышли, 240. Реверс включил, 4 зеленых горит. 4 на реверсе. 220, 200. По Чарли. Максимальный реверс в норме. 180. Чарли вот сюда будет. 160. Да, да. 150. 140. Реверс 0. 120. Реверс 0. 100. Антонов 5524. Таксивай Чарли. Антонов 5524. Вики тоже left Чарли. Continue taxi. Контакт граунд 1-1-7. 1-1-7.
Have a nice morning. Stay on the freeway. One to one, that's also one. Александр, так что это было? Да блин, так у меня это трухануло, я думал, что мы сели, но чуть-чуть меня трахнуло, я это... Решение, садимся. On the ground. Трехдневная усталость накопилась. Да, да. На стоянке включаем потребителя, докладываем об этом включении. Штурман готов. Право готов. Слева готов. Ждем управления. Ждем. Выключаю генератор. Снимаю. На ВСУ. Сяду с борта, на ВСУ, двигатели охлаждены. Выключаем. Маяк. Можно ПМГ поставить. Ставлю ПМГ. 26 тонн. Понятно. Ну и навигатор. Давай. Так, 3.10, начало движения. 3.28, взлет. 5.48 посадка, 5.55 выключение, 2.20 летного времени, 2.45 блок тайм, километры, 17.06. Справа. Отказ первого. Переключился просто, ты меж курса? Не-не-не, ответчик S, режима S на первый комплект в отказе. А каким образом ты определен? А он тут светится, когда на первом стоит. А, добрались до Баку. Опять попали в гостеприимный отель в аэропорту. Шератон называется. Все хорошо. Отдохнем. Завтра рано утром летим в Лейпциг, где нас ждет наша скорая помощь Ан-74. И будем передвигаться домой. Так что... Далее будет.